О, Бэкс пришла! Я открою. Что? О, господи, она здесь! Быстро! Как я пахну! Как рыбные крекеры! И тревога! Да, так и есть! Моя любовь к Бэкс неизмерима. Я должен ее впечатлить. У вас, ребят, есть дезодорант спрей Акс? Бэкс, спасибо, что согласилась посидеть с детьми. Да, без проблем. Концерт моей группы «Тони мой батя» был недолгим из-за воспламенения. О, стало слишком шумно. Или как дети говорят, огонь! Нет, там буквально начался пожар. Оу, боже мой, я... Перестань, почему ты улыбаешься? Мой лечащий врач порекомендовал мне больше улыбаться. Ты... Нет, не думаю, что тебе стоит это делать. Обычно люди улыбаются, когда они счастливы, или когда что-то забавное случается, а после того, что ты мне сказала, это не очень хорошая идея. Я думала, что это забавно. Она сказала, что улыбка сделает меня более дружелюбной. Со стороны выглядит, будто ты сейчас проломишь мою дверь своей головой и скажешь: «А вот и Джонни!» Хорошо, я буду держать себя в руках. Да, веди себя как обычно. Да. И не говори ничего тупого. Да. Ладно, дети, увидимся позднее. Хорошо провести время с Бэкс. Привет. А ты знала, что в человеческом теле 43% — это клетки человека, а другая часть — это инородные вирусы, такие как грибки и бактерии? О, господи. Это забавно.